Люди уже задолбались ждать твой вопросик. Сделай его, ты можешь! Сделай его, мать твою! Сделай! Просто сделай его! Сделай! Просто... Просто сделай его! Ленивый ублюдок! Just do it! Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Всем привет, с вами Фрост. И добро пожаловать... Вопросник! Сауди Буэтел. Да неужели? Прошлый вопросник был, по-моему, в марте 2014-го. Но не будем о плохом. Если пойдет, то буду пилить чаще. Ну что ж, первый вопрос. Как вы встретились с парнишей Снейком? Здорово. Так, следующий вопрос. Ты дурак? Я нет. А это вообще вопрос или как? Или как? Или просто здесь не стоит знак вопроса? Как смешно, хода. Следующий у нас не вопрос. Следующий у нас... У нас предъява. У нас тут спрашивают, а сможешь ли ты открыть чипсы без рук? Это челлендж, блин, это уже не вопрос. Какой дерзкий-то, а, Вася? А как это делать? Покажи мастер-класс. Руки за спину и давай. Я буду гипнотизировать его. Открывайся, сволочь, давай. Есть. Ну, значит, разлетется. Чёрт. Всегда так делаю. Всегда так делаю, да. Всегда так делаешь? Да. Ну, надо попробовать тоже как-нибудь. На, угощайся. Теперь есть без рук. Да. Я не голодный. Все? Че, челлендж выполнен, да? Блядь. Можно повторить. Конечно, так софа. Они вообще не вылетели! Это лучше открывай! Две чипсины! Две чипсины считается! Здорово, ёпта, бля! Всем здорово, ёпта, бля! Здорово, ёпта, бля! Сегодня нас глубокая аналитика чипсов! И на хито! И как вам чипсы, ребят? Текстурки говно, чё-то! Текстуры вообще говно! Срань какая-то! Смотрите, вот! Ну, как вот можно фапать на такие текстурки? Ну как? А трогать мы тоже так будем, знаешь, так? Блин. Ёпта, бля. Покажи кота. Вы чё до кота до этого? Нет! Это даже не вопрос. Вот тебе ответ. Нет. Ладно, вот кот. Ты как его взял? Он спал, он сонный. Сонный, мохнатый, тефтеля. Тефтеля. Мохнатый, тефтеля. Следующий вопрос. Фрост, а почему тебя двое? Че? А ты что-то против имеешь? Тут у Елены какая-то серьезная проблема.
аврлы, провомых, курлы, марлорлы, тыролы, их пычу. Это язык муроков из Варкрафта, я его везде его узнаю. Но, Елена, в самом деле... Елена! В самом деле, вот что вы... Вот, все элементарно, просто все аврлы, мындык. Все элементарно, все решается очень просто. Фрост, тебе вопрос. Ладно, мне личный вопрос, свали отсюда. Ты сам живешь. Иди помощь другу. Я выбираю 50 на 50. Какого хрена? Что это за вопрос? Что это значит? Что ты имел в виду? Парниша немного поплохело. Вы не обращайте внимания, он что-то отвалился какой-то. Он какой-то странный стал немного. Цвет лица изменился. Цвет одежды чуть-чуть. Мы переходим к следующему вопросу, но это опять же не вопрос, это... Опять челлендж какой-то. Если их будет много, то мы сделаем отдельное видео под все это дело. Раздави яйцо руками. Рукой. Одной, в смысле, сырое, вареное, не знаю. Кстати, какое прочнее, сырое или вареное? Ну что ж, мы принимаем этот вызов. Начнем с сырых яиц. Я даже не знаю, по-моему, это просто. Не разлетится, да? Не разлетится, да? Больные ублюдки. Ну это вареное яйцо. Надеюсь, оно так не полетит. В общем, если вот так давить яйцо, оно раздавится как нефиг. Если полным хватом, оно почти тяжело давится. Сырое тяжелее дается все-таки. Зато хотя бы так не разлетается. Зато его съесть может теперь. Всех распугали, поэтому продолжаем дальше. Один. Следующий вопрос. Нарисуй мне сигну. Все просто. Вот вам Сигма. Ты здесь охерел. Музыку выруби. Черт вопросли. Поехали кататься с горки. Только сейчас лето. Вернемся к нашим вопросам. Зачем тебе лайки? Ну, как вам сказать, лайки играют больше эстетическую роль. Это вот как зачем машине красивые диски? Вроде бы машина и без них машина, но с красивыми дисками как бы это круто, это красиво. И то же самое с лайками. Мне просто приятно видеть, когда под моими видео много лайков, значит, нравится. Мне просто приятно. Для вас тут стараешься, делаешь. А многим просто лень нажать одну маленькую кнопочку. Не надо так. И вообще, пока видос не наберет 100 тысяч лайков, следующего не будет. Ну, конечно, по каждому видосу это жестко. По крайней мере, вопросника точно не будет. Вот такие пироги. Ну что ж, я надеюсь, хоть что-то годное вышло из этого вопросника, потому что нормальных вопросов у нас что-то как-то не подобралось особо, поэтому скидывайте новые ваши вопросы в комментарии, везде, где только найдете, а также кидайте свои видео-вопросы, можно и задания, если наберется много заданий, мы, может быть, сделаем отдельную рубрику с челленджами, заданиями и все такое. На этом у нас все, с вами были вот эти вот все, кто здесь были. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, всем удачи и всем пока-пока.
Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Я тебе, а не лайки, понял? Сука! Ну, вот ты включил. Запись-то идет. Запись идет. Запись идет, да, но тут же кот. Он срывает всю съемки. Он не рвется. Да пиздец, он рвется. Твою мать. Ты обосрешься, блядь. Еще один дублик. Давай. You make me dream, be dream. You said tomorrow. Just do it. Сейчас я муду иду строю. Yesterday you said tomorrow. Вообще не рвется. Оценил его мощь вообще. Сначала стул, потом майку, потом стул, теперь пиджак. Кто будет следующим? Блять, микрофон сверху же. Упс. Вообще не рвется. Ты знаешь, какого 1 сентября положил, блядь, бью и...